И всем привет! Сейчас будет видео об Atlantis War. А также будет розыгрыш 5 долларов в токенах мир. Начинаем! А 5 долларов получит тот, кто напишет плюсы пиксельных игр, возможно, свои любимые пиксельные игры или какую-то критику. Лучше комментарий я выберу и отправлю 5 долларов в токенах мир. Еще нужно подписаться на мой телеграм-канал. Там все темки, в которых я участвую в крипте. И на телеграм-чат Nier Games, где все о играх на Nier. Atlantis World — это социальная 2D метавселенная Web3. Она соединяет Web3 с социальными сетями, играми и образованием в одном легком виртуальном мире, который будет доступен для всех. Такс. Кстати, Atlantis World в будущем будет поддерживать много различных блокчейнов. Примерно так. Еще Atlantis World в 2D стиле. Это как бы и плюс, и минус. Плюс то, что можно играть везде, минус, ну то, что это 2D. Цель Atlantis World — создать доступную настоящую метавселенную. Кстати, даже Марк Цукерберг переименовал свою компанию в мета. Правда, с того момента акции упали на 66%. Вы также в комментариях можете написать, как вам мета, типа это хайп или это будущее. Мне кажется, что-то среднее. Так, много крупных партнеров. Кстати, первый грант сделал Polygon. И для партнеров Atlantis World делают отдельные города. Кстати, вроде бы в Atlantis World можно будет слушать подкасты. Это возможно из-за партнерства с крутыми проектами. Также можно будет посетить цифровые банки и разблокировать миллиарды долларов ликвидности для чего угодно. От сберегательных счетов до займов. Или свободно обменивать деньги и торговать чем угодно. От финансовых инструментов до носимых устройств NFT и других цифровых товаров. Также будут строить закрытые города для ваших любимых сообществ. Начиная с партнера-основателя экосистемы Atlantis World, здесь сообщества смогут проводить виртуальные мероприятия с использованием пространственных видео, аудиозвонков, а также поиски сокровищ NFT, голосование в DAO, ну и всякое другое. Также команда усердно работает над тем, чтобы включить функции настройки, а также создать инфраструктуру, чтобы ведущие создатели и разработчики могли улучшить Atlantis World. Atlantis World создает метавселенную, принадлежащую пользователям, поэтому они хотят включить ее как можно скорее. И Atlantis World борется за благоприятное для планеты будущее в сотрудничестве с нашими пользователями и сообществом. Поэтому они сажают биоразнообразный виртуальный лес, улавливающий углерод внутри Atlantis. Что же могут пользователи? Они могут войти в MetaMask, Wallet Connect или Unstoppable Domains. Посетите Decentral Bank, чтобы внести депозит Wave, Earn или Balancer. Посетите галерею Rarible, чтобы просмотреть и купить NFT. Потоковое воспроизведение музыки с помощью нашего децентрализованного виджета Audios. Обращайтесь с другими атлантами. Будьте в курсе рыночных данных, используя рекламный щит CoinGecko. Можно будет собирать NFT. Кстати, уже более 2000 пользователей сыграли в демо-версию Atlantis World, подключив свой кошелек. Также у игры есть Discord, все будет по ссылочкам в описании. Также я могу сказать, что у меня могут быть некоторые ошибки, но если они будут не критичными, в комментариях сможете написать какую-то критику, я, возможно, прислушаюсь. Также в игре можно будет узнать о DeFi, как носить депозиты, ну и тому подобное. Все ссылочки будут в описании. После закрытого альфа-тестирования Atlantis World планирует запустить полноценную бета-версию во втором квартале с множеством улучшений и новыми функциями. Не забывайте про конкурс, все ссылочки в описании, примерно так. Довольно интересно, что из этого получится, единственное, примут ли люди 2D, как по мне, ну, непонятно. Вот я бы лучше 3D, хотя, всем удачи!